Привет всем, добро пожаловать на канал. Около месяца назад я играл против Соло Мана Челлендж ТДМ. Серия из трех. Первая начинается с М416, потом ЮМП, потом дробовик. После того, как я выиграл этот челлендж, Аман решил сделать его более интересным. Один из лучших индийских игроков решил сделать рематч и сказал, что давай будем использовать VPN для равного пинга. У меня около 130 миллисекунд, у него около 120. Некоторые из вас могли видеть эти первые два матча у Амана. Я выиграл UMP, он выиграл Shotgun. Ну и теперь давайте приготовимся к последнему матчу, где мы один на один на М416. Приятного просмотра. Лучший международный ТДМ игрок против лучшего индусского игрока. Финальный матч. Все готовы? Да? Да, я тоже готов. Начинаем. Старкапитен! Мне много про него говорили. Я знаю, что против него играл и Райдин, и Сенатор, и кто только не играл. Ну, сейчас посмотрим, кто из них жестче. Индуса я честно не знаю. Мощно вышел. Капитан явно больше прессует. То есть он прям хочет его зажать. Ой, как вышел ошибка! Индус ведет 1-0. Я, друзья, конечно, хочу напомнить вам, что спонсором ролика является компания 1X. Наиболее надежная, с лучшими предложениями. Если вы любите спорт и киберспорт, то в закрепленном комментарии под этим видео вы легко найдете ссылочку. И там по промокоду ERAKES вы получите до 520 долларов бонуса. Я вам желаю удачи и только побед. Оба держатся аккуратно. Но у Солмании нет жилета. Должно быть 1-1. Пот нереальный. Старкэптон опять пытается сагрессировать первым. Индус как будто специально тянет время. Ну теперь уже не потянешь. 1-1. Играет, кстати, с телефона, не с пада. Наказал. Но тут он реально плохо сыграл. Надо было отойти похилиться. Вот четко, надо запушить. Хорош. Сравнял, кстати. Вот это сейчас как было? А, ну это пинга. Это вот точно пролагало. У него на экране по-другому будет, смотрите. А, нет, у него он тоже умер за стеной. Ха-ха. Рега в PUBG Mobile беспощадно. Как будто бы Soulmania вот этот вот начал очковать. Есть такое ощущение. Неужели он боится капитана? Что ты делаешь? Ну, по идее, для капитана это выгодно. То, что он просто стоит, втыкает. Все, запушил. Хорош. Мне кажется, он сбил темп. То есть он специально постоял, подождал. Капитан немножечко так подтупил. И потерял свой вот этот вот жесткий пуш. Go, go,
А, кстати, походу, индус, который играет, и индус, который смотрит, это разные индусы. Ничего себе. Ой, хорошо. Че, 5 минут, 4-4? Интересно, что будет, если ничья? Переигровка? Больно. Ну вот здесь не должен был получать, опять пинг. Ну оба с пингом, это, кстати, более честно. Ой, хорошо. Да как? Опа, что это за аниме приколы? Это он включил режим ярости? 5-5. Теперь от лица мании. Ну вот здесь зря он так стоял. И снова за стенкой. Короче, такое впечатление, будто когда у тебя большой пинг, нет смысла залазить обратно за стену, тебя все равно будет убивать. Оно все равно не регает. То есть нужно как будто бы наоборот выбегать, что ли, сильнее. Что-то капитан разошелся. Все, его не остановить. Главное, чтобы сейчас как крыса не начал время тянуть. Ну это смерть. Да, все, это похороны для мании. Капитан, походу, не зря вот эти вот глаза себе вставил. Если сделает 8-5, то это все, это конечное. Это 8-5. Все, братан, ливай. Можешь не доигрывать. Вот эти вот 3 минуты позора сейчас для тебя будут, мания. Да-да-да, братуха. Как будто бы он даже 9-й может ему оформить в теории. Да, все. Позор, мания уже вообще не попадает. Забавно, как поплыл. 10, что ли? Серьезно, 10? Чел, удали игру. Просто серия из 5. И он еще и время тянет, походу. Да даже если он просто сейчас АФК встанет, а еще и 11-й убил. Ну, как будто бы Стар намного сильнее. Прям вот в разы. Да, 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 все, у индуса не то, что шансов нет, но это избиение младенца. А что, он ему поначалу дал поиграть или что? Притом забавно, сам Стар Капитан как будто бы, по-моему, не очень хорошо трекает. То есть у него прицел как-то вот гуляет в стороны. Но, походу, вот этот Soul Mania еще хуже. Интересно посмотреть его против топ ТДМ чуваков. Или, ну, нам сказали, что это лучший ТДМер Индии. Ну, не знаю, может, в Индии один ТДМер? Поэтому он и лучший. Ну куда? О-о-о, а где урон? Что-то урон как-то не прошел. Ладно, давай пятнашку делаем. И, в принципе, хватит. Ну и все, и можно на респ вернуться. Забавно, он аж встал такой, затупил, типа, чё? Чё происходит? Да чё происходит? Тебя, братан, разорвали.
Срочно! Срочно нужна операция по зашиванию очка! 16-7, это разгром. Это просто уничтожение. Ну, выиграл 2-1. Ну и раунд за М4 как раз таки за стар капитаном. Это был великолепный файт. Да какой великолепный, чувак? Че ты вот это вот жопу лижешь? Никакой это не великолепный файт. Это просто было обоссывание. Он его просто уничтожил. Говорит, мы, конечно же, друзья. Да не, ну понятное дело, что никто никому претензий не имеет. Но как бы играет капитан явно круче.